Надо под кусты забросить туда, под кусты. Спиннербейт никакой скиппинг из него не получится. Скульптора, я так полагаю, что на хорошей палке она обджигует вообще всех на дальних. Она вообще не гремит, подшипники у нее вибрации нет даже вообще никак. Вот так вот, приблизительно. Вообще нереально кидает. Надо магнитов добавить. А вот эта палка вообще, это же там симбиоз стекла с дерьмостеклом с каким-то, она вообще не может скидать этот палку. Поэтому понимаете, в чем дело? Тут не палка кидает, я уже кидаю. Так же, как и вы. Как я говорю, берете любую говнопалку и подстраиваете ее под себя. Не под нее, а под себя. Вот так будет точнее сказать. Под свой бросок. Вот так вот приблизительно. На точность. Это вам не в бутылочку попадать. Юра, ты видишь, как надо делать? Точность. А тут ты там стоишь, это флипкасты наяриваешь какие-то. Надо на точность в реальных условиях кидать. А, веточка, наше все. Ну, в общем, вот так вот пока. Ручка от Каскинга. Как он, Макс Стил. Обрезанный уже. Бланк вот этот вот Горыныч. Тоже подрезанный. Делается легко. Есть у вас ручки, есть бланки, меняете местами, вклеиваете на коротком участке. И все нормально. Я уже две палки так сделал. Не говоря уже загильзованных. Леска Наутилус пока мне нравится. Она не мокнет. Почему-то она у меня на этом самом, на Олимпике мокла. Как будто мокрая была. Сухая. Пока мне нравится все. Посмотрим, надо потестить ее. Возможно, она мало тянется. Возможно, реально это самое, вместо флюра ее брать. Может быть. Дорогущего. Кстати, Тацу дешевле получается за 183 метра, чем R18 за 100 метров. Выгоднее Тацу. Почему? Потому что он Made in China. А R18, тот, который аналог Тацу по качеству, по всем параметрам, он стоит, он Made in Japan. Поэтому и цена. Поэтому, но мне надо 0.16. Ну ладно, пофлудили, хватит. Z-снасть.